Добрый день, дорогие друзья. Я нахожусь в Ганновере, рядом с факультетом архитектуры Ганноверского университета. Вот он. И, на мой взгляд, очень интересное архитектурное сооружение, современное, представлено здесь. И вот сейчас хотел бы вместе с вами его немного рассмотреть поближе. Это здание треугольной формы, как передняя часть корабля. И что интересно в этого здания, то что вот оно, посмотрите внимательно, верхняя часть вот так острая, потом она расходится углом. Внизу здесь кафетерия, вот, а само здание вот такой необычной формы. И даже парковочное место для велосипедов. Посмотрите, как интересно сделано. Тоже необычно. По крайней мере, я раньше такого не видел. Вот здесь вот такой сад. И вот такое очень-очень интересное здание необычной формы.